With you, according to one of my friends, in the last video, this is what I should have said, Podolsky. Привет всем. Я хочу рассказать о своем любимом отпуске, который я провел в Бельгии в 2004 году в сентябре. Я был там 3 дня. Бельгия очень красивая страна. Don't know about the stress, but that's cool. Пока.